Российские лыжники завершили спортивный сезон. Уже в четвертый раз в Мончегорске прошла гонка с общего старта на 70 километров классическим стилем. Звание чемпиона завоевал призер Олимпийских игр в Сочи Максим Валикжанин. А вот кировчанин Владислав Скобелев финишировал 16-м. О других новостях спорта смотрите в коротком видеообзоре. В Кирове завершился областной этап всероссийских соревнований «Чудо-шашки». В личном первенстве участвовали более 100 человек в 6 возрастных группах. А вот в командном сражении приняло участие 10 сборных – 3 мальчика и 1 девочка в каждой. Так на первом месте оказалась команда физико-математического лицея, на втором – 73-я школа, а ученики 10-й стали третьими. Победители отправятся уже на общероссийские соревнования, которые пройдут в Адлере 27 мая. В нашем городе прошел финал Приволжского федерального округа чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. За титул чемпиона Приволжья боролись 7 команд, но в финале встретились игроки Вятской сельхозакадемии и Башкирского аграрного университета. По словам экспертов, кировчане провели одну из лучших игр сезона и победили со счетом 81-58. В Белой Холунице на базе спортивно-культурного комплекса «Здоровье» завершились финальные игры первенства Кировской области по мини-футболу среди мальчиков 10-11 лет. В турнире участвовало 7 команд. Матчи за призовые места были сложными, но зрелищными. В обоих случаях победителей определяли по серии пенальти. В итоге золото у спортивной школы номер 8, серебро у спортсменов из Зуевки, а футболисты Кировского «Факела» стали третьими.